Ой, ёпта! Рок! Простите, пожалуйста. Всем привет! Вы на канале Patrick Music, меня зовут Коля, и сегодня у меня обновленная и расширенная подборка из топ 100 самых просматриваемых песен на Ютубе за все время. Надеюсь, вы не отпишетесь от меня после такого. Бля, я не знаю, может, я отпишусь. Можете послушать в моей группе ВКонтакте в специальном плейлисте. Погнали. Так, если что, чтобы вы понимали, это у нас топ 100 рок-песен с 1966 по 2022 год по просмотрам. Нихуя себе, тут сразу 300 миллионов. А, да, чувствую, после этого видоса у меня голова будет болеть. Вот этот трек крутой. Вот это тоже крутой. Я когда школьником был, Рамштайн, ебать как слушал, вообще все песни. Такое вот я не слушал. Это рок. А это что такое, блин? На в морду, блядь. О, бля! Ну вот это легендарный, конечно. И это тоже. Вот я даже не знаю, что может быть на первом месте. Я
Горький вкус, да? Да нет, горький вкус уже проиграл. Ой. Короче, Квин в те времена, как Моргенштерн у нас тут, блядь, в наши времена. Чисто топ захватили. Толстый. Как помню, я так слышал эту песню. А не Don't Speak. Чё за хуйня в чате, модераторы, разберитесь. Забаньте их нахуй. Ну точнее это, тайм-аут им выдайте. Вот это балдёжный вообще трек был. А этот тоже охуенный. Чё, блядь, 1086 год? Дядя, нихуя, миллиард просмотров. Я помню, у нас в школе почти у каждого в телефоне, в этих Сименсах, блядь, 3GP, вот этот формат, аудиоформат, у каждого почти этот трек был на телефоне. Я так понимаю, рок все-таки умер. Или так скажем, немножко скатился, потому что все основные популярные песни, где много просмотров, они из 90-х годов, из 80-х годов. Что-то есть из 2012-13, максимум 15-го. Но начиная с 15 по 22 год, ни одного популярного почти нет. Вот почти ни одного. Одна хуетень, наверное. Тринадцатый год. О, ебать. Итак, номер 3. Блин, как, где там рок, я не совсем понимаю, но да ладно. Номер 2. И номер 1. Ебать, серьезно? 2-2-2-2. Рок. Вот и все, подборка закончилась. Ну такой себе рок, на самом деле, на первом месте. Не, я не говорю, что песня плохая, но рок. Ладно. Эти песни есть в моей группе ВКонтакте по ссылке в описании. С вами был Патрик. Я это как-то даже не воспринимаю как рок. Вот. Тоже кликайте на них, смотрите обязательно. Всем удачи, всем пока. Это как, знаете, это как вот делать топ стримеров, но на первое место поставить Куплинова. То есть
Куплинова как бы, наверное, можно назвать стримером, но нет, его основная деятельность это летсплей, и так же и здесь, как бы на первом месте, да, ну то есть трек-то хороший, но назвать это прям рок-кам, вот, среди других треков, которые тут были, которые прям реально рок, там Queen, Metallica, Rammstein и так далее, уже как бы и нет, Nirvana в том числе, ну, ну да ладно. А, бля. Ну то другой рок. Ну так вот надо, блядь, другой топ делать для такого другого рока. Это не тот рок, это... Кам. Я не знаю, почему.